Главный финансовый документ Вологды объемом в 620 листов. 10 ноября проект бюджета города на 2015 и плановый период 2016 и 2017 годов отправлен на рассмотрение депутатов Вологодской городской думы. О том, на что сделали упор городские власти при составлении бюджета, узнавала Александра Шер. Проект содержит все основные финансовые показатели областного центра. Так, расходы в 2015 году составят 6,2 миллиарда рублей. Дефицит бюджета чуть больше 9%. Особенности данного бюджета – это то, что бюджет принимается программный. У нас будет функционировать 8 программ. Значит, основные программы – это образование, культура, физкультура, социальная политика. Ну и обеспечение правоохранительной деятельности, общественной безопасности. В течение 2 месяцев проект бюджета рассмотрят депутаты городской думы на профильных комитетах. Затем контрольно-счетная палата подготовит заключение. И по итогам этой работы пройдут общественные слушания, на которых каждый вологжанин сможет не только узнать о бюджете подробнее, но и внести свои предложения. Александра Шер, Михаил Протасов, Вологда, Портал.